студенты губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, может, и не подозревают пока, но, шутя, отвечая на вопросы викторины от компании «Фосагро», всерьез строят свое будущее. Ведь химики не просто вопросы и сувениры приготовили, привезли массу полезной информации о потенциальной работе для будущих дипломированных профессионалов. А чтобы привлечь на предприятие компании «Фосагро» работающую мозговитую молодежь с золотыми руками, специалисты по работе с персоналом побывали во всех балаковских техникумах и колледжах. Мы помогаем и определиться с будущей профессией, и если все-таки они свой выбор сделают, то мы помогаем им развиваться в данной профессии, помогаем им расти. Теперь такие встречи будут проходить еще чаще. На предприятиях компании «Фосагро» стартует проект «Молодые профессионалы». На большом заводе есть куда расти. Начав карьеру обычным практикантом, здесь каждый может стать высококлассным специалистом, научиться работать в большой команде. И на предприятиях «Фосагро» практически любая профессия будет востребована. В «Фосагро» такие бы профессии пригодились, потому что без бухгалтерии, можно сказать, куда. И наша профессия была бы уместна вот в этом предприятии. И я бы, например, проходил бы практику в «Фосагро». Проходить практику довольно-таки сложно где найти. Тут предоставляет возможность. Я, наверное, даже попробую туда пойти работать, поскольку довольно-таки хорошие условия работы. Свои пожелания по прохождению производственного обучения и дальнейшему трудоустройству ребята могут передать амбассадору, студенту, который представляет завод и рассказывает о жизни предприятия на страничках учебных заведений в соцсетях. Его выбрали на встрече заводчан со студентами. Руководство ГМ планы по сотрудничеству с балаковским филиалом АО «Апатит» оценила. Теперь ребята видят перспективу и знают, что годы учебы не пропадут даром, и они смогут найти работу по выбранной специальности. Предприятие стабильное, крепкое, серьезное. И, конечно, именно на таких предприятиях, как «Фосагро», ребята в полной мере осваивают те профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник. На предприятии «Фосагро» проходит производственную практику студенты, обучающиеся по специальностям электрические санстанции, сети и системы, электроснабжение по отраслям, и также профессии сварщика ручной частично механизированной сварки наплавки. Ну а чтобы молодые профессионалы быстрее вливались в рабочий процесс, предприятие вышло с предложением трудоустраивать студентов профильных СУЗов на неполный рабочий день. У ребят будет время и на учебу, и на работу, и уже в феврале на завод придут первые сотрудники-студенты.